Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя. Хвала Тебе, честь и поклонение. Слава и благодарение во веки веков. Аминь. Будь милостив ко мне грешным. Создавший меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди, селися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, Владыка живота моего, дух праздность, уныние, любоначалие, празднословие и сребролюбие, не дашь мне. Дух же целомудрие, смиренно мудрие, терпение и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Псалом 28. Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе. Попрошись. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен. Глаз Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу. Ливан и Сирион подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме его все возвещает о его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытилась и нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришел и спаси мир, дая им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, и найди новые души, способные слушать. И в этой тьме и мраке заблуждений, среди прелюбодеяний, злобы, найди добрых людей, Господи, которым откроется тайна Твоя и любовь Твоя к роду сему. И пощи добрых миссионеров, проповедников,
христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, дабы все услышали о любви Твоей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Евангелие от Матфея, 28 глава. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Иисуса, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот, я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се, Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытилось и нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси, мир дая им, приди к нам и спаси нас. Аминь. Хвала Тебе, дивный Господь, милости Твоей полна земля. Пошли, Господи, добрых миссионеров, проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, дабы все познали любовь Твою. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Ибо всем нам надлежит предстать пред судилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. И одним скажет: «Войдите в радость Господина своего», а иные услышат: «Отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволом и ангелом его, ибо вы любили только самих себя. Прости нас, Господи, и помилуй, и благослови, Владыка». Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение. Аллилуйя. Псалом 29.
превозмогу, превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господу умолял, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником». И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебе душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Добрый день! Добрый! Вы хотите что-то спросить? Нет, я слушал внимательно. Ну, это Евангелие считаем. Как Господь благословит. Начался Великий пост. Сейчас считается в церкви канон Андрея Крицкого. Сегодня уже третий день, 4 дня. На 4 части канон разбитый. Сейчас пост идет, поэтому люди себя ограничивают во всем. Так принято. Я понял, да. Повторите. Говорю, я понял. Запомнил, да? Ну, если вы пожелаете узнать больше, зайдите на наш YouTube. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Запишите себе. И там 14 300 роликов наших. Мы с нуля строим православную деревню. Там много-много разного интересного. Если «Во свете Библии»... А вы можете написать? А? Вот так отошел человек, и непонятно почему. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, Господи, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Дивна милость Твоя, Господи. Хвала Тебе. Благодарим Тебя, наш Спаситель. За все Твои милости и щедроты. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко родила еси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила честного животворящего Христа Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа на сопротивное даруй, и Твое сохраняй крестом Твоим жительство. Аллилуйя! Слава Тебе! Честь и поклонение, единый Господь и Бог наш, сотворивший небо, землю, солнце, луну и звезды, и все, что мы видим. Но есть мир и невидимый, ангелы и архангелы, херувимы и серафимы. И все они восхваляют Господа. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господи, за прошедшую ночь. Ты жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Господи Боже наш, слава Тебе! Благодарим Тебя, наш Господь, за Твое великое долготерпение и милость к народу всему. Найди новые души, коснись их сердца. Да прославляет человек Господа и славословит. Аллилуйя!
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Милости Твоей полна земля. Тебе, Господи, слава, честь и поклонение за всю Твою милость, которую Ты оказал нам в Сыне Своем Единородном, умершим за наши грехи, Господи нашему Иисусе Христе. Веруя во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быше, нас ради человека, нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы, и вочеловешшегося, распятого шазаны при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десную Отца, и паки грядущего со славой судите живых и мертвых, его же царствие не будет конца. И в Духа Святаго Господа истинного, животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемый, славим и глаголовшего пророки, во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую единое крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвым и жизни будущего века. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Прибудь с нами, Господи. Прославься в жизни нашей. Хвала Тебе, милосердный. Аллилуйя. Псалом 30. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердыню, домом прибежище, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которые тайно поставили мне. Ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, во тесно мне, и сохла от горести око мое, душа и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моих, видящие меня на улице, бегут от меня. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, Господи, честь и поклонение! Я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый. Ибо слышу заречья многих отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют и исторгнуть душу мою. Господи, Господи, помилуй и прости нас. Хвала Тебе, наш Господь. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твои руки дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо рабу Твоему, спаси меня милостью Твоею. Господь, да не постыжусь, что я к Тебе взываю, нечестивый же да посрамится, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое и с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя перед сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость в Своем укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих, но Ты услышал голос мой, молитвы моей, когда я воззвал к Тебе.
Любите Господа все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздается избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение! Слава и благодарение за все Твои милости и щедроты, Христе Боже наш! Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Евангелие от Марка, глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь свой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел и акриды, и дикий мед. И проповедовал, говоря, идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского, и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною. И был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие. И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети свои, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо Иисус учил их, как власть имеющий, а не как книжник. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус, Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из нее». Тогда нечистый дух, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и другим духом нечистым повелевает со властью-то?» И они повинуются ему. И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Исааком, Иаком и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, Иисус поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Иисусу всех больных и бесноватых, и весь город собрался у дверям.
И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симоны, бывшие с ним, пошли за ним. И, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближнее селение и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее, изгонял бесов. Приходили к нему прокаженные и умоляли его, и, падая перед ним на колени, говорили ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси защищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже ходить явно в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Слава тебе за святое Евангелие, за дивную весть о любви Твоей. Прости нас, Господи, и помилуй. Прости и благослови. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование благ будущих. Аллилуйя! Ибо все мы смертные, и тело наше – это корм червям. Хвала тебе, наш Господь! Слава тебе! Благодарим тебя, Христе Боже наш! Прибуди с нами! Спаси и сохрани, и защити! Аллилуйя! Добрый день! Вы хотели что-то сказать? Хотели что-то сказать, только не ругайтесь. Я хотел вам пожелать долгих лет жизни и крепкого здоровья. Да я имею здоровье хорошее и долгие лета жизни. Мне сколько лет, вы знаете? Я думаю, лет, наверное, под 65, может, 70. Да, 80. 80. Желаю вам долгих лет жизни. Вот. А то Господь так сделал, что я прошел за Слово Божие 5 тюрем. Меня 26 лет только крутили, морозили. И я остался живой. Потому что для Бога все делается. Скажите, пожалуйста, 26 лет вы в тюрьмах отсидели? Не только в тюрьмах. Психиатрия в то время, главное, была расправа. Ого! Это не игрушка. Я остался живой, я работаю еще, сколько могу. Я, знаете, что могу сказать? Что несправедливая эта система в этой жизни, все несправедливо. О, а вот это и говорит о том, что будет суд Божий. Раз Бог справедливый, справедливости нет, говорит Иоанн Златоуст, значит, справедливость восторжествует в другом месте, после того, как мы воскреснем для жизни вечной. И одни пойдут в муку вечную, в огонь гореть с сатаною, а другие со Христом в царстве его будут радоваться. Я с вами полностью согласен. Я не могу ничего сказать. От нашего согласия ничего не зависит. Речь определится, как, где я буду. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вы вот зачем здесь в чат-рулетке-то? С какой целью? С целью, плохой целью. Да, тут приходят только одно, прелюбодейство творить, грех, все, пьют и едят непрерывно. Вот как будто бы город в осаде находится. Половина, наверное, половина раздетые. 80 примерно процентов мусульмане, у них многоженство разрешается официально. Малые дети все это видят, прямо открыто блуд творят. Вот, ужасно. Я с вами полностью согласен.
Я скажу, что по поводу мусульмане, то, что там вообще, я вот сколько видео смотрел на YouTube и так далее, то, что там своих детей просто продажа идет. Это не любовь, это идет продажа людей. Да, можно. Они, свои родители продают просто своих детей. Надо Бога веровать, жить для Бога. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Так говорит нам Святая Библия. Спасибо вам большое, учитель. Вот у вас, если есть желание больше узнать, вы зайдите на наш YouTube. Он называется «Во свете Библии». Запишите себе. «Во свете Библии». Там 14 300 роликов наших. Тысяч. Скажите, вы блогер, да? Да. Скажите, мы тоже снимаем? Нет, у нас тоже снимают? Нет, она как снимает? С чего? Ну, это видеоролик на YouTube попадет? Обязательно даже. Я понял. Вы сами себя увидите дней через 10. Вы увидите, называется... Ну, увидите, как будете смотреть. А скажите, пожалуйста, а как ваша церковь называется? Православная, русская православная церковь. Конечно, я это самое честное. Не, ну просто разные бывают. Я с тобой в этом... Сейчас же столько развелось, а вы уже религии. Вадик же, когда попал в тюрьму, в зону, ему же бабушка, знаешь, еще крестик повесила, я тебе клянусь. Да? Да, хотя, вот я тебе честно скажу, хотя он как бы по нации евреи, но я могу сказать... Почему ты считаешь, что он еврей? Что Вадик... у нас мама еврейка? Нет. А? Ну, у нас мама еврейка. Я не знаю. Не, ну ты так говоришь. Не, ну и что? Там папа там такой еврей, что... тоже там, через несколько поколений. Дай Бог вам крепкого здоровья. А вы знаете, что такое благословение? Ну, нет. Приблизительно. Так. Это от Бога идет. Это означает действительно от Бога все у него, все как и. А проклятие что такое? Красавчик, мне нравится Дима, как говорит. Так вот, проклятие, между... это, когда, это, наверное, как на, наказание, когда наказание, человек что-то плохое сделал. Так вот, вы хотите, если знать, то два пункта, первое и второе. Первое благословение заканчивается где? Еврейский народ – это богоизбранный народ, Богом избранный. Хотя на земле 2896 наций. И Аврааму, первому, которого Бог избрал, он говорит, благословляющий тебя будет благословлен, а проклинающий будет проклят. Поэтому, если хочешь, чтобы у тебя было все нормально, все хорошо, никогда не поноси евреев, народ Божий. Какие бы они ни были. Да, я согласен, согласен. Да. Я ничего не говорю. А скажите, пожалуйста, вы говорите, что вы полжизни отсидели в тюрьме. А вы считаете, вы за преступление сидели? Да какое же преступление-то? Преступления никакого нету. Я насчитал 50 книг религиозных и распространил на пленках. И среди религиозных еще первый в стране распространил архипелаг ГУЛАГ Солженицына. И брал интервью у репрессированных. Вы, если зайдете на наш сайт, вы запишите, он называется «Во свете Библии». Ютуб называется, и «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И вы там на первой странице найдете книгу про меня написанную, которая... Там биография вся. Как шел суд, кто что говорил, тайно было записано, а потом во Францию это отослали, там отпечатали в газете. Это 86-й год был, последний раз меня трепали. И... Это вы отбывали наказание... За это, то, что вы распространяете? За религиозные убеждения? Конечно. А что вы удивляетесь? Вы зайдите почему? И прочитайте там. Там хроника идет. Какой... За это сидите, за это можно было... Миша, вот в советские года, вот я если не знаю, если не дадите мне соврать, может, я что-то неправильно. В советские года, наоборот, с религией боролись. Боролись? И как боролись? Вот 140... А сейчас наоборот. 142-я статья Уголовного кодекса, если мы собрались молиться дома, а не в их месте. Дальше, вот у меня судили 190... Позор государству. 190-я статья «Прим», вверху апостроф стоит. Она гласит так. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный государственный строй. Я говорю, что безбожники, они безнравственные. Они губят людей. Как на этот суд смотрел?
Ну вот как суд смотрел, вы просчитаете, как суд. Осудили и послали по этапу. Конечно, в счет государства всегда суд смотрит. Им это никак не подходит. А я еще стихи писал там. Это несправедливо в этой жизни. Я сколько убеждаюсь, сколько... Это просто несправедливо. Много что несправедливого делается в этой жизни. Вы запомните наш YouTube «Во свете Библии». Если вы пожелаете по скайпу зайти, встретиться еще. Здесь мы сейчас расстанемся и уже никогда не встретимся. А в скайпе можете. Игнатий Лапкин. Два слова-то запишите для памяти. И вы выйдете на меня сразу. У нас есть видео. Мы записываем тоже видео. Мне друг включил камеру и записывает. Мне просто... Если да, что, если мы, что, сейчас, мы с видео. Мы сейчас зайдем на канал YouTube. Я на вас подпишусь. Да. Мне интересно посмотреть. Сейчас, минутку, я узнаю. Ага. Так, говори. Интересно. Все, с Богом, давайте. Единственный, за сколько времени. Единственный, да? Честный человек, за сколько вот времени. Вот за сколько времени, вы правильно сказали, в этой чат-рулетке тут нечего делать. Ну, мы пришли человек, сюда, который... пришли сюда. У меня брат парализован был, знакомый, верующий, во Христе брат. И он 15 лет пролежал парализованный. И вот он зашел в чат-рулетку и два ролика составил. А он умер. Я подумал, что там есть. Я не знал про этот чат даже. Теперь я пришел сюда, чтобы людям рассказать о Христе, о жизни. Читаю Евангелие, Псалтырь, молюсь. И людей привлечь, чтобы они подумали, что им за это будет. Малые дети показывают свои органы, всякую пакость. Это место прелюбодеяния, злодейства. И все время едят и пьют. То есть они как будто бы знают, курят, что... Курят наркотики и так далее. Да, курят, дыму полно. Они через дымную завесу ничего не увидят. А скажите, пожалуйста, вы когда отбывали наказание, вы в церкви, там была церковь... Где вы отбывали? При тюрьме. Да какая церковь-то? Знаете, как наказывают? Наказывают, черенок от лопаты возьми. Вот ходят охранники. Со мной они ничего не могли сделать. Я шел по санкции московского КГБ, МГБ. И у меня была там особая статья, что меня трогать нельзя. Ко мне не могли подходить даже заключенные. И сразу били лопатами этими. А мне можно было к любому подходить, говорить. Вот как власть сделала. И послали меня специально с людьми, которые на другом языке говорят. Жаната с Жамбульской области. Потому что я на нескольких языках мог говорить с ними. Это все власть сделала, чтобы никому я не мог рассказать ничего. Но они были знающие Слово Божие. Даже такие находились. А сколько вы отбывали по сроку? Все, говорится, все мое. Это награда моя. Я когда вернулся, подал в суд... У нас помилование было 15 марта 1987 года. Помилование от Президиума Верховного Совета. Не реабилитация. А реабилитация только в 92-м пришла. Я подал в суд. У меня иск был 11 миллиардов рублей. Недоминированных. Вот в то время моя фонотека была самая большая. Я 50 книг только насчитал. Оформлял целые как фильмы. Ого. И все это конфисковали. А отдавать нечем. И тогда суд шел, 11 лет судился я с ними. И Господь выиграл этот суд для меня. И рассчитываться нечем. А судебный исполнитель была до того сильная женщина. Она говорит, я арестовываю все счета, город Барнаул, городской администрации. Ни один бюджетник, ни рубля не получит, пока с Лапкиным и Игнатием не рассчитаетесь. А рассчитываться нечем. Я предложил рассчитаться недвижимостью. И вот где я сижу, тут два дома, мне их отдали. Потом оформили, все законно как. И 13 соток в центральном районе. Акалаби рядом. Прекрасное место. Себе. В одном это мы молимся. Очень приятные чувства. Это очень приятные чувства. Приехал мэр города. Мэр города передавал. И мэр непростой. В десятку лучших мэров России был. Баварин Владимир Николаевич. Это все в газете напечатано. А нас сняли фильмы. Фильм «И предчувствие» занял первое место на международном киноконкурсе в Югославии. Скажите, пожалуйста, вы церковь каждый день посещаете? Нет. Вот сегодня, вот в этой неделе, как после воскресенья. Это воскресенье были мы, понедельник, вторник. Каждый день здесь. Потому что канон Андрея Крицкого. А так обычно суббота-воскресенье. А скажите, у вас есть именно какие-то церкви, именно вот это наша церковь, вот как мы говорим, это наша церковь, мы в нее ходим.
Как бы есть вот у нас, которая есть, называется Крестовоздвиженская община. Города Барнаула. Крестовоздвиженская община. А мы... собор, который служит архиереей, Покровский собор кафедральный. Ого, ого. А вас много кто знает? Вы батюшка или нет? Священником, брат мой родной. 40 лет он уже священником. А я простой мирянин, как считают. Но мне Господь позволил организовать детский лагерь. Я 45 лет был начальником его. Один единственный лагерь был на всю страну наш. 45 лет. Тысячи детей подняли. И ни рубля государство не дало, а только гнобило. В 98-м только 15 краевых комиссий. И даже КГБ. И все пытались закрыть, но не могли. У нас дети были столовые, так, покаты крыша. Дети на крышах с плакатами стояли. И кричали: не заходите в лагерь. Не заходите. А обслуга стояла около входа. А они держали плакаты такого содержания: коммунисты, людоеды, руки прочь от лагеря стана. Лютые волки, коммунисты, займитесь своей душой. Дальше Александр Невский говорит, что силы, наша правда не в силе, а в правде. Я согласен. Это все заснято. Фильм снятый был. Второй фильм занял первое место в России. Называется «Златоуст из Потеряевки». Это деревня, которую мы строим. А почему вы сейчас не спите? А как не спите? У нас время такое. Вот мы встаем по нашему, по алтайскому времени всегда в 4:40. Такой закон. Все, в 4:40. Но я встал сегодня в 2 часа. У меня очень большие ресурсы. Сайт «Во свете Библии», форум «Во свете Библии», Mail.ru и здесь. Здесь 14 300 роликов на Ютубе. И много писем. А сколько у вас подписчиков? Подписчиков 31 тысяча, а просмотров 31 миллион. Дай Бог, чтобы была куча вам, миллионы подписчиков. Да ну, миллионов ни у кого и нету такого. Больше, маленько, может быть. Где заходят люди-то, что бабка чистит тарелку, и пока нет, тарелку, сковородку. Как правильно чистить сковородку? 1500 просмотров. Ну, не прошли, как мимо магазина, по асфальту-то. А у нас подписчики, те, которые каждый ролик получают, читают и меняют жизнь свою. У меня из печати вышло 38 томов книг. Ого. Каждый том 752 страницы. А последний еще 7 томов в интернетной версии по 800 страниц. 4 книги... Вы сами написали? Ну, конечно, сам. А скажите, пожалуйста, а у вас последователи есть в Ростове-на-Дону? В Ростове-на-Дону? Церковь. Там в библиотеке у вас есть мои все книги. Вот в нашей центральной, да? В центральной библиотеке в Ростове-на-Дону. Ничего. Вы зайдите и спросите, скажи: Лапкина Игнатия, книги есть у вас? Эти книги, если считает их заключенный, меняет жизнь свою. Они в пророческом духе написаны. Я отвечаю на вопросы. Пожалуйста. Понимаете, я вел занятия одновременно в 5 университетах, 3 радиопрограммы, в 13 школах, во всех отделах милиции, во всех воинских частях, заводах, фабриках. И все, что задавали вопросы, я как слабослышащий, это все я отвечаю подробно. А скажите, там именно что написано в ваших книгах? В Библии написано там что-то, Вот она, Библия. Да, Библия. Так, что написано, про что? Я в ваших книгах, что написано именно? В каждой книге я ссылаюсь на Библию 3000 раз примерно. Выписки делаю. Я Библией занимаюсь 56 лет. А вы и по Ветхому, и по Новому Завету, да? И по Ветхому, и по Новому. И когда насчитывал... А скажите, пожалуйста, можно такой вопрос? Вот ходят свидетели Иеговы, я понимаю, как вы сейчас к ним относитесь, но просто вопросик такой. И постоянно говорят, вот в Библии написано, что имя Бога Иегова. Это правда? Правда, правда. Это 8 мест в Библии, где Бог так называется. Если хотите, я вам прочитаю. Я их засчитаю, эти места в Библии вам все. Нет, а вообще, а как вы к этой религии относитесь? Ну, как? У меня все, уже материал готов. Я сейчас только через минуту эти материалы уже вам просчитаю, и все. Вот вы по скайпу на меня выходите, Игнатий Лапкин, запишите. Я говорю, сколько раз забудете. По скайпу,
Я вам отвечу. Вот в этих книгах, на нашем сайте... Слушайте, послушайте, послушайте. На нашем сайте «Во свете Библии». «Во свете Библии» запишите сайт. Там с правой стороны 55 папок. В них... Это темы. Я отвечаю на 4124 вопроса. Отдельно семья, работа, католицизм, мусульманство. Чтобы на мусульманах ответить, я полностью разбираю Коран по сурам и аятам и все, что о них было сказано за 1300 лет. А скажите, вы прочитали Коран? Да не прочитал, полный разбор даю, прочитал. Да прочитал-то не раз. И Тору, наверное, да? И Тору. И сколько мусульман у нас? Вот в прошлом году еще крестился один. Мусульмане принимают православие. Ко мне привезли еврея как-то. Еврея показать. Еврей. А он обратился часа через три. Стал православным батюшкой сейчас. Ничего себе. Один следователь КГБ обратился. Стал священником. Это Бог делает. Человеку это никогда не сделать. Вот это вы... Очень сильно, приятно, сильно, сильно, очень сильно. Ну, когда вы зайдете... Очень, необычно, просто... На наш сайт зайдете, наш сайт, сайт. Мы подпишемся. Нет, это не YouTube, сайт. Вы слушайте, YouTube это само собой. Сайт «Во свете Библии» называется, Игнатий Лапкин. Там с первого верху написано «Для слова Божия нет уз». Эта книга так называется. Она моей биографии, что где писали. Обо всей деятельности, как строим деревню, о том, что вот я вот веду занятия в университетах. Ну, все абсолютно описано, срез истории. Ничего себе. Просто найдем обязательно. Вот если конечно, очень, найдете, очень если на форум, а на форуме 1600 тем. Если в моем мире, там наши фотографии 22 тысячи. Вы много, да, что изучили? Да. В этой жизни. Я много, я всю жизнь занимался, всю жизнь занимался и учился, и сегодня еще учусь. Это примерно программа 10 университетов. Обалдеть. Да. Это обалдеть. Бог делает, человеку это ничего нельзя сделать. Вот как они давили, как гнобили, как все уничтожали. Лагерь сжигали дотла 18 раз. И мы заново начинали все строить. А теперь там деревня, уже никто не трогает. Деревню с нуля одна, это наша единственная деревня на весь Советский Союз, где нельзя ни лгать, пить, курить, материться, воровать. Тогда первый разговор ведем. Я же церковь строил. Первым делом храм построили. С нуля, ничего нет, лопата. Стали копать землю. А теперь техника. Правда, немного уже. Фермер имеет 450 гектар. А у нас рядом один фермер, но он не нашего круга, но близко знакомый. Это у него 6700 гектар. Обалдеть. Да. И урожаи самые высокие. Приятно, приятно с вами. Я это видел по телевизору, но не знаю, это про другого человека за границей. Но они староверы, понял? А мы староверов, из староверов. Наши корни все староверческие. Да? Поэтому молимся двуперстно. Чем отличается новая вера и от старой? Ну, старая вера... Вы посмотрите... Староверы и телевизор не признают. Нет, это не в этом, не в этом дело, не в этом. Дело в том, что вы зарядите... Фильм называется «Раскол» Николая Достоля, режиссера. «Раскол». Знаете, что у вас увидел? Я извиняюсь, я увидел у вас такое... Вы увлекаетесь шахматами? Раньше я играл, а сейчас нельзя у нас, это запрещено. Почему? А почему трата времени? Как Владимир Ленин сказал, говорит, слишком серьезно для игры и слишком несерьезно для жизни. Но это же интересно, шахматы. Да у меня минуты свободной нету. Интересно. Я когда все это сотворил, вот писал книги, у меня на сон уходило 2,5 часа. Обалдеть, просто обалдеть. Да, а вот вы в старое время-то не помните, когда еще другие деньги? Наверное, не так просто. Мы, наверное, к вам попали, наверное, в эфир в прямой. Это и мы говорим, и это, конечно... Да, но это вы не забудьте, вас... фамилию, имя запишите, чтобы войти в скайп. И там мы с вами... Хорошо. Только без хорошо. Аватаров, без ников, чтобы у вас чисто лицо было, без очков. Да, спасибо. Желаю вам крепкого здоровья еще раз. Долгих лет жизни. Я скажу вам, за всю жизнь я еще таблетки не съел. 80 лет мне. Обалдеть. Это Господь дает. Вам. С Богом.
До свидания. До свидания. До свидания. Храни до свидания. Господь вас. Спасибо. До свидания. Да, вас также. Спасибо. Аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя. Спасибо. Слава Христу.